Большие и маленькие, пушистые и стройные. Новогоднюю елку на любой вкус в Люберцах можно купить на специальных базарах. Точки продаж открылись в каждом микрорайоне. В жилом комплексе «Жулебино парк», где елочный базар работает круглосуточно, побывал Богдан Колесников. Равномерная, она еще распустится дома. Юлия вместе с супругом отдает предпочтение живой сосне. Аромат хвои создает дома праздничную атмосферу. Новогодняя атмосфера, детям радость. Не так часто мы берем елки. У нас один раз елка стояла до 8 марта. Чтобы ель дольше сохраняла свежесть, за ней нужно правильно ухаживать. Покупаем елочку, приносим ее домой, ставим на 4 часа на балкончик, отстаивается в среднюю температуру, устанавливаем в подставку, добавляем прохладную воду, по старинке добавляем сахар, аспирин, но сейчас универсальное средство есть, добавляем его, и все, она стоит до старого Нового года. А еще, чтобы иголки не осыпались, специалисты советуют время от времени опрыскивать хвою водой и не ставить рядом с обогревателем. Дерево на базаре можно подобрать любого размера, от миниатюрных елочек из лапника до 2-метровых. Не ходим по улице без толку, покупаем новогоднюю елку. В выборе лесной красавицы люберчанам помогал сам Дедушка Мороз. На елочный базар приходили семьями. Загадывая желание, дети читали новогоднему волшебнику стихи и получали сладкие подарки. В округе открыт 21 елочный базар. Новогоднее дерево можно купить до 31 декабря включительно. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.